камни хранители, здесь нужно подходить с умом. Не хотелось бы лажануть, а потом жалеть. Итак, что же ты выберешь? Даже не знаю. Час от часу не легче. Знаешь, мудрец бы начал с камня любовника. Реально? Навыки растут с ним не так быстро, но зато он помогает сразу со всеми умениями. Окей. Только не пытайся отпялить его. Нет. Не дай ему соблазнить себя. И шлем тебе бы не помешало получше достать. Твой какой-то прямо дремучий, со времен Обливиона. Ну, я работаю над этим. Я бы дал тебе свой, но на нем бонус к двуручному оружию, так что... Двуручному? Ты поднять двуручный меч-то сможешь? Двуручный меч? Не пробовал. Но в туалете помогает. Кроме того, только тупой кретин стал бы носить шлем, как твой. Парень, ты издеваешься? Что? Я иду. Отстань от меня. Неужели ты не выпьешь просто еще одно зелье? А мне не нужно еще одно зелье, лады? Лавка уже за углом. Но ты так делаешь каждый день, а я все жду, когда ты дотащишь туда свою задницу. Ладно, ладно, уговорила. Хоть что-то пропадет, ты виновата. Здравствуйте! Хотите оставить свою семью? Сражайтесь за империю, окей? Ой, девчушка! Я обменяю твою ветхую куклу на новый сверкающий меч! Тупейшая речь, которую я слышал. Мне безразлично, твое мнение раньше срабатывало. Конечно, срабатывало. На нордах. Эх, как ты сейчас нарываешься? Добрый день. Не хотите ли присоединиться к братьям Бури? Заткнись. Вообще-то я хотел узнать, есть ли у вас какие-нибудь брошюрки почитать. Ну, на самом деле, у нас кончились агит-материалы. Ты хотел сказать стройматериалы? Следи за своим языком. Ладно, у меня есть несколько вопросов, так что... Конечно, я могу ответить на любые ваши вопросы о братьях Бури. А я могу ответить на любые ваши вопросы об империи. И у меня есть мармелад. Слушайте, я стараюсь сейчас понять, за кого сражаться, так о, что... О, ну это-то просто. Если ищешь силы и единство, присоединяйся к империи. Хочешь жарить собственную сестру, иди к братьям Дури. Не-не-не-не, если ищешь независимости и свободы, присоединяйся к братьям Бури. А если хочешь подставлять попку талмарцам, ступай к этим сучкам. Да благодаря конкордату белого золота закончилась Великая война. Ты хотел сказать конкордату коричневого золота, потому что я им задь потер! О, ты за это ответишь! Ребята! Я думаю, я присоединюсь к фракции «Нахер обе ваши фракции». Как вам такой расклад? Так, поехали. Свобода вероисповедания. Есть. Не-а. Расовое равноправие? Есть. Смотря что понимать под равноправием. Окей. Как насчет свадеб геев? Ну, да. Конечно. Что за глупый вопрос? Согласен. Зачем вам такое спрашивать? Ну, то есть, кто захочет жить в несчастном браке? Сериал переведен и озвучен на русский язык студией Кинотан по заказу сайта playground.ru.